Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами Вован, опять вернулся, и я опять с вами решил продолжить играть в одну из самых шикарнейших игр в мире под названием Killing Floor. В общем, сегодня будет немного жестковато наверняка, потому что сегодня у нас будет целых 10 волн, но все равно погнали, друзья. Так, звук надо немного скрутить, блин. Прости звук, но тебе надо скрутить. Вот так. Ну, примерно так. Вот так вот. В разы лучше. Дальше. Куда мои враги? Так, а те тем более. Фиг тебе. Фиг тебе. Фиг. На вам. Кто-то еще? Да, ты... На тебе. Хедшот. Пушек уже ждет тебя. Спасибо. Так, 55. Ну, погнали. Mind your step. Оу, блин, там реально прыгать можно было. Это круто. Хотя бы додумался. Так, что можно нам себе купить? 656. Ну, давайте, пожалуй, купим. Огнемет. Не, хочу чем-нибудь еще таким побить всех. Ручным чем-нибудь. А ручной есть хотя бы что-то? А, есть или нет? Лазер бегу. Берсерк надо. Мачете. Что это все? Только мачете. А, ну блин. Не мое это. Ну тогда давайте огнемет. Что еще поделать-то, а? Так, где у нас стоит огнемет, а? О, вот и где. Огнемет, любимый. Хорошее оружие. Теперь огнемет наш. Погнали. Осторожнее с огнем, ребята. Запомните это, реально. Пожалуй, осторожнее с огнем. Это вам не шутки, это... Это плохие шутки. Так. Давай. Я жду, мразь. Испаряюсь. Спасибо, испаряйся. Прям как спирт на воздухе испаряется. Космическая база, как же это круто продумано-то все, а? Время умереть, ребята, а? Гори до смерти, мразь. А почему на него? Почему не на нее? Букашка все-таки это она вроде бы как. Ну вот вам все. Ух ты, мразь. Получи. Так. Фак. Ты чё, выжил от огня? Ты шутишь, блин. Они все мертвы. Крутя. Пора делать покупки. Вау. Это классно. Давай. Проходи. Вы что, шутите? Вау. Не, реально, это оружие жесткое. Просто вам не хватит ваших ручонок. Не хватит. Вы издеваетесь, да я Вован. Не хватит мне. Работайте имя в Дварф. Стоп, что? Там же было другое оружие. Да ладно, блин. Меняется просто так. С кем не бывает? А себе теперь возьмем что-нибудь другое. Пусть это будет что-нибудь пожестче. Ну топор, ну что это такое? Ну. Ладно. Неон. Неоновый дробовик. Вот это классная штука. Фу. Погнали. Дробовик не он. Это не он. Это я. Ха. Здорово, мразь. Время умереть. От моего дробовика. Неонового дробовика. Это тебе не шуточки, чувак. Это дробовик не он. Я продала тебе отличный товар. Да-да-да, это правда. Применение. Как скажешь. Постараюсь, по крайней мере.
Ух ты, невидимки, бляшки мои. Здорово. Появитесь передо мной еще, мрази. Класс. То есть что? Ты. Получи. Ты. Получи. Прям в воздухе, вот это круто. Класс. Знаете, что может быть жестче, чем убить врага в воздухе? Убить невидимого врага в воздухе. На тебе, на тебе, на тебе. Вау, прям голову тянул, вот это класс. 100% тогда хотел добраться до меня. И тебя так же само получи. Блин, это же классно смотреть за ними, когда они так делают. На тебя. Не смей. Никаких криков. Тут еще один остался, факт. Ну не люблю я за ними ходить, когда они там где-то остаются. Ну все, шикарно. Иди скорее ко мне. Окей, как скажешь. Здравствуйте. Так, а теперь куба сердечного пожёстче. Да, катана. Пусть будет даже золотая, вот это классная штука. О да, 2000. Но не просто так, это же, блин, катана. Это не шуточки тебе. И топор пожарный. На, топор это такое. У меня, блин, катана есть. Уж что, катана это вам не шуточки. Жалких силёнок. Ха, пошел ты. Дерьмо это. Катана пожестче. Даже чем ваш дворф. Куча роботов. И ничего они сделать не смогут. Ха. Ха. Ха-ха. Наверняка. Открывайся. Прям как какой-то ниндзя. И прыгать могу высоко. Ну это классно. Mind your step. Продумывай свой шаг. Кажется, типа так означает. Фух, готов. Надеюсь, что комп у меня не вырвется. Серьезные пушки. Это точняк. Пушки ты мне дала серьезные. Фак. Ква. А ну тихо. Жердяй. Фак, мразь. Ты мразь. На тебя. Я слышу, но где же она? Слышишь ее? А ты же только что убил. Фак, дерьмо. Это уже дерьмовая идея. Фак, 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 фак. Я. Ты уже почти закончил. Двигай в мою сторону. На. Класс. Обожаю то, как в этой игре летают куски мяса. Получи. Тебе ведь нравятся большие пушки, правда? Нифига себе, голова шикарно летает. Airlock. Погнали. Погнали, погнали быстро. Здесь ничего нету. Фак, да они там трубы сжигают. Жестковато как-то уже. О да, меч. Вот это классная штука, меч. Вот это то, что я беру меч. Это не оружие, это жесть. Это не игрушечки, это меч уже. Хоп, и мечом по морде. Шикарное оружие, видно сразу же замах такой сильный прям. Даже опускаться с ним классно, как же это офигенно. Это не оружие, это титан.
среди оружия. Стоп. Знаете что? Вот как-то играю, и почему-то мне хочется сыгрануть Quake 3. Я не знаю почему. Я вспоминаю Quake 3 Arena, когда на одном из уровней надо было драться против скелетов. Фак, это просто офигенно. Ну, один из враг был Bones, кажется. Один из врагов был Bones просто. Это я жестко помню. Это мой самый любимый персонаж раньше был. Ну, теперь это Клэск. Ну, это такое. На. Нам раз. Я. Кто ко мне? Ты. На тебе. 7 штук, без проблем. Кто ко мне? Ты. Класс. Ты мразь такая маленькая. Маленькая мразота. Кто ко мне? Ха. Ну, как-то пока что никого нету. Странно. Так. Она подождали. Я приготовила на продажу самое лучшее оружие. Ну спасибо. Прям даже для меня наверняка, да? Огнемет не. Так. Ждем пока что. Что же можно такого купить-то, а? Меч не, а совсем не для меня. Уже был. Слишком долго заряжать. Магнум не. Тоже нет, не пойдет. Будет траншейный дробовик. Он реально неплохой. Можно пробовать его. Так, а теперь боежилет. Наша штука. Фу, нам хватит, 100%. Так, фак, я уже второй раз отхожу. Ничего, все нормально. Надо до конца пройти здесь. И все. Интересно, а можно ли здесь выйти на улицу? Что-то такое, я помню, что... То ли можно было или нет, я не помню, серьезно. Вроде бы можно было даже. Но как? Совсем не помню. Что-то мне кажется, что выход есть. Но наверняка я ошибаюсь. Так. 24 врага. Все. Товар, спасибо. За товар реально спасибо. Так что погнали. Кто на меня? А? Блин. Лёда, много вас со всех сторон, эй. Ого, я прям отпрыгнул из своего выстрела. На, мразь. It's time to die, motherfucker. Ипикай-кей, motherfucker. О, да. Троих одним выстрелом, вот это класс. Вот так надо. Фух. На, мразь. На, мразь. Нате. Нате. Скоро их всех прикончишь. Иди поближе ко мне. Мразь. К тебе обязательно поближе. Ее нельзя подпускать близко. Можно. Оп. Ух ты, блин. Вау. Тебе ведь нравятся большие пушки, правда? Как же классно. Видите, какой это, блин, бустер прям. Как себе подбросить-то может далеко. Вау. Это, блин, шикарно просто. Мне нравится. Фа. О, наконец новая комната. Кажется, что новая. Ремонтик сделаем, подпись этого, одно продам, продадим, и что можем купить себе? Пара магнумов, мушкет, дробовик мне не надо пока что,
ПП медика. Не знаю даже, почему я выиграл именно его. Точнее, ее, это же винтовка. Или... Не, пистолет-пулемет. Значит, два... его. Смотрите, как классно. Вау, как они прыгают. Они идут, я испаряюсь. Здесь это так задумано или что? Это глаза. Прикиньте, это глаза. Классно, как это. Блин, прикольная штука. Это реально хорошее оружие. Перезаряжает только где-то сейчас. Блин, похуй. Я. На, мразь. Ха-ха, получишь. Ах ты, блин, перезаряжаемся, да, быстро, быстро. На, вот это классно. Дерьмо. Привет. Все. Тебе ведь нравятся большие пушки? А что если мы постараемся сделать rocket jump? Зацените. Нет. Короче, попробуем в другой зоне. Mind your step. Давай вот так вот. Получается. Опа. Все-таки здесь уже заниженная гравитация, поэтому будет даже легче прыгать. Ну, вы это видите. Реально, прикольно так играть с гравитацией. Опа. Там ничего не было. Ничего такого, как для нас. Теперь возьмем себе что-нибудь новенькое и жесткое. Вот это. Ладно. Z-Direction... Erection. Не эрекция. О, блин, это классная штука. Замчатка. Не сейчас. Пожалуй, не сейчас. Вот так. Фух, блин, как классно выглядит даже. А это что? А, Z-Gun. Все ясно. Вспомнил. Это у нас уже наоборот замедляет воздух. 8 из 10 уже, вот это класс. Сейчас будет мясо. Что-то мигает. Вау. Вот это было реально круто. Это дерьмо. Вон от меня. Фак, сейчас дерьмо. Давайте перезарядиться и уйти от вас нафиг. Фух, а тебе конец. Да иди в жопу. Ох ты мразь, ох ты мразь. На тебя. Дерьмово как-то уже сейчас все получилось, честно говоря. Пофиг. Да. Самонародящееся оружие, это круто. А, ладно. Класс. Так, давай, погнали. Вот так вот Z-Gun. Не надо. Seeker Six не надо. Возьмем что-нибудь пожестче, если есть. Если можно, конечно же. Ручатка. Sequel Harpoon. Harpoon.
Система доставки свинца. Вот это классная штука. Вот это мне надо. Все, погнали. Фу. Так. Постараемся попасть туда. Давайте так. Не, нельзя. А вот так вот. Все равно нет. Вот это вот гарпун, вот это классная штука. Дезерт Игл получили. Да, доставка свинца, вот это классно. Будем стоять здесь и убивать все, что видим. 28 врагов. Фак, это много. Найди ему хорошее применение. Ну что, кто ко мне? Бензопила? Что, шутка? Не, не шутка, чувак. Это что, шутка такая, а? Тихо. Иди вон от меня, чувак. Фак, я сам себя подорвал. Ладно, ребят, тогда пока. Капец. Ну, короче, я провалил свое все видео. Попробуем еще раз.